Всем привет, дорогие. Всем привет, с вами Влада 4. Да. Лен, и со мной сегодня еще Айника. Поздоровайся. Всем привет. Да, всем привет. Сегодня мы будем открывать кейсы. Как бы, да. Контент 4+. Чуть 0+. Почему 4-то? Да. Да, ты видела мой последний ролик, сколько у меня на балансе кредитов? Нет. 40 тысяч. У меня 40 тысяч кредитов на балансе. Но открывать все сразу я не хочу, потому что если я нафармлю раньше 20 этих тысяч дубликатов, или мне нож выпадет, нет смысла. Короче, я буду по 10 покупать и открывать. Поэтому пока 10. Нет, или давайте, да ладно, сразу 20 купим. 20. А какие кейсы ты хочешь купить? Ревайнд, конечно. Ревайнд? Конечно, ревайнд. Опять? Ну, у меня, короче, уже, блин, у меня 120 премиумов лежит. Уже 120. Я два ревайнд-кейса открыла, у меня один третий класс выпал, один четвертый. Ну, минус везение. Ну, это еще ладно. Это еще нормально. Это да. Так, какой язык ставим? Давай. Какой язык? Командой. Ну, не знаю. Давай опять на португальский. Окей, го. Мне хорошо может быть. Так, по сколько кейсов будем открывать? Окей, по два. А у тебя сколько вообще кейсов сейчас? 20? Ну, пока 20. Потом еще куплю, если это... Так, ну, начинаем с третьего класса. Это на следующий выпуск. Продолжение следует. А, мы продолжение тоже с тобой будем снимать? Ну, давай. Я не против. Ну, неплохо. Ну, пока у меня полностью твое везение, третий, четвертый класс. Как бы да. Нет, пятый еще. Ну, пятого у меня пока нет. Ну, в прошлом, да. Пока дубликат. А, ну, дубликат — это неплохо. Хорошо, теперь мне там еще советовали в комментариях поменять регион. Давай поменяем ради прикола. Так, сейчас. Да Европу поставь, там везение на 100. Так, убираем ру регион, ставим... Давай поставим, да, Европу, окей. Ставлю европейский регион. Так, теперь поменяем язык на французский. Пускай будет. Проверим. Ну, четвертый класс, неплохо. Уи! Уи! Это такая фраза на этом французском. Угу. Уроки французского от Ники. Как бы, да. О, кстати, красивый по 90 выпал какой-то чейнс. Цепи. Красивый прям, мне нравится. По 90 это вроде петух, да? Да-да-да, это петух. А, ладно. А, так, конвертируем. Дальше. Сейчас... Что еще можно сделать вообще? Поменяем. Еще давай открывай. Блин, ну. Опять четвертый. Неплохо. Хорошо. Хотя бы не третий. Ну, это да. М14. О, кстати, красивый скин. Фестив. Типа золотой какой-то. Откуда он, не знаешь? Ты не шаришь? Ты не шаришь за скины? Из каких коллекций там? Я в 5 лет играю. Типа, ну не шарю по скинах. А. Вообще. Понятно. Ну я шарю только по тем ивентам, которые я видел. Как бы, вот. Так, дубликат. Неплохо. Далее давай еще. Кейсов много. Это, ну, ладно, третий класс. Так, ревик падает. Мне такой третий класс АК выпал, ну красивый. Там две могилы нарисованы. А, это тот, который ты показывала в катке тогда? Да, в ММК. А, ну хз, мне типа он не особо нравится. Не знаю такое. Мне понравилось. Я потом, когда мастера апнула и 70 побед, мне добили калаш 5-го тира. А, вот этот калаш офигенный. Он у меня к перчаткам прям подходит. Вообще классно. Крутой, крутой. Угу. А ты мастера уже вернула, да? Ну, у меня сейчас бриллиант 4-й. Мне 2 катки до мастера осталось. Ну, это макс меня апнет, это забей. А, ну окей, окей. То есть нам мап нет. Ага. Можем вместе, кстати, скатать. Я тебя побучу, как в прошлый раз. Назову ролик... Назову... Ага, назову ролик «Бущу Айнику до мастера». Хайп. Я вас понял. К слову, мне тут 5-й класс выпал. Да? Да, фото. А что за скин? Это из Таурус коллекции, вот этот фото. Называется. А, что за оружие?
Это на МП7. Да, кстати, говно, потому что с МПХ гораздо лучше играть. Я типа беру МП7, мне никто не везет, а когда беру МПХ, в общем. О, я помню, когда МПХ только ввели, мне нравилось с ним поиграть по фану. Типа в Одессе. У меня это эксклюзивный скин есть на МПХ. Наверное, ты видел. Это какой? Там дракон нарисован. Красная пасть, там зеленый. А, знаю такой, да, понял. А что он эксклюзивный? Блин, он классный. Он эксклюзивный вроде, да. КЗ, у меня на основе есть самый первый скин на МПХ из паса, который когда только ввели оружие. Вот это эксклюзив, я понимаю. Так. Давай, короче, сейчас поставлю другой регион. Что-то на Европе не особо попадало. Я, кстати, помню, мне с рулетки, вроде первая рулетка была или вторая. Мне такая выпадает анимация, такая сижу. Ну ладно. С ножом то же самое было. Седьмой теперь нож падает, такая, ну ладно. У меня также было с моей первой анимацией. Это когда я на основе, короче, кейса открыл, мне такой падает с каких-то начальных кейсов, я не помню, первая анимация на М-ку, я такой, типа, ну ладно. Типа, ну ладно, ну выпало. И мне падает нож, так тоже такая, жаль. А я этот керыч хотела иметь. Да, сейчас мне анимация вообще не падает. Вот закон подлости называется. Разрабы пидор, да. Они мне не хотят эту форму одобрять на официального ютубера, представляешь? Гады какие. Кстати, это можно с косаря сабов. Это можно, мне Хэбик сказал, с пяти теперь косабов. Теперь у них поменялось. Ну хз, я тогда могла сделать, ну типа у меня было косарь сабов, но у меня было лень. Ага. Ну, да, понимаю. Плюс у меня тогда аккаунт заморозили, это было вообще жизайка. Зачем мне ваши кейсы, если у меня аккаунта нет? А тебе за что аккаунт заморозили вообще? Я не знаю, это вроде была ошибка разработчиков. Все говорили, типа, ты заходила в Reloaded, но нет, я даже не скачивала Reloaded. И как-то мой аккаунт заморозили. Угу. У меня потом было еще и день рождения. О. Так, спасибо, Настя, подарок. Понимаю. А тебе, типа... Да, целый год. У тебя, типа, временная блокировка была? Ну, заморозка. Ну, мой аккаунт, да, который сейчас есть. А, понял. Этот аккаунт заморозили. Ну, типа, я ждала целый год, потом мне Катифей сказал, что, типа, все аккаунты заморожены, разморозят. Ну, ладно. Круто. Понимаю. У меня уже тогда было 5000 аккаунтов. О, как. А у меня только два аккаунта, и все. Благо, никогда не морозили. Да, мне бы такой твин, как у тебя. Угу. Если повезет, на нем могло быть 7 пар перчаток. Но мне не повезет, и будет только 6. Короче, еще один 5-й класс выпал. Тут, кстати, Шуша какой-то турнир устраивает в ЦСе на 1000 рублей. Я хочу Ярику увидеть, чтобы КСДХ участвовал. Ага. У него времени нет. Мне этот Сокланы пишет, давай 10, ты же баба. Он тебе будет рад. Так, ну ладно. Ой, я что-то уже давно не участвовал ни в турнирах, ни в скримах. Что-то все не до этого как-то. Ну, прикол в том, что я только раза два участвовала. Хз. Так, ну смотри, 20 тысяч дубликатов у меня есть уже. Я уже как бы... А что тебе выпало вообще? Пятый тир выпало или нет? Мне выпало 2 пятых тира, несколько четвертых тиров и 3 класса. В принципе, ничего удивительного не выпало. Ничего нового. Ничего нового. Вот теперь вопрос. У меня еще 20 тысяч кредитов осталось. Мне их тратить или не тратить? Ну, слушай, лучше покупать премиум кейсы и оттуда дроп лучше. Не, просто... Чем ревайнд. У нас же этих 4 дня осталось, этих ревайн-кейсов, и дальше будет варпейнт. В варпейнте я видел очень красивые перчатки, и, в принципе, скины там классные. Керыч, топ, я хочу. Вот. Поэтому я думаю, может, 20 тысяч кредитов оставить на варпейнт как раз. Там варпейнт они по 500 еще должны будут ставить. Слушай, можно. Там скинов поменьше, и вероятность побольше. Ой, поэтому я лучше оставлю на варпейнт, наверное, а 20 тысяч кредитов мы потратим. Слушай,
я вот смотрела много ютуберов, которые пас открывали. У них с Warpaint кейс выпадали, он ли четвертый, то ли пятый тир. Ну. Потому что там два ножа, два пятых тира и все. Ну, все да, но это старый Warpaint. Это прошлогодний, который из паса. Да. А что ты будешь делать сейчас? Завершать эту серию? Ну, короче, я вот не знаю, мне в этом ролике купить за 20 тысяч вот этих кредитов или оставить... Я хотел вообще пост закрепить в сообществе, чтобы мне помогли выбрать, как эти 20 тысяч потратить. Вот ты бы на что потратила? Давай. Ты бы на что потратила? Я сказала, лучше купил премиум-кейс. Нет. Премиум уже идти надо. Нет, я про 20 тысяч дубликатов, которые. Ты бы какие перчатки взяла? Подожди. Окей. Собственно, я хотел бы задать вам вопрос, как мне потратить мои 20 тысяч кредитов. В принципе, я сделаю по этому поводу отдельный пост в сообществе, но какие вообще есть варианты? Во-первых, это вариант, естественно, купить перчатки. Какие перчатки я планирую вообще, рассматриваю? Так как я хочу перчатки именно за Т-сайт, поэтому я рассматриваю перчатки, не туда смотрю. Вот эти вот, Black Paisley. Офигенные перчи. И вот эти вот перчатки Shatter Time. Также офигенные. Какие-то две пары из этих перчаток, ну, то есть какую-то одну из них, я могу взять. Теперь, брать какой-то нож, может быть. Если вы знаете какой-то нож, также напишите об этом в комментариях. И также есть еще вариант потратить 20 тысяч на анимации. Какие анимации можно взять, какие анимации годные. Так, я не туда смотрю, что ли? Не понял. Смотрите, анимации, которые мне нравятся на P250. Офигенные анимации. И анимация мне нравится на коллаж. Блин, путаюсь тут. Тоже офигенная анимация. Просто... One Love анимации. Можно купить какой-то новый нож, например. Тир 6. Может быть, вы хотите, чтобы я купил меч. Может быть, вот дефолтный вот такой вот нож новый купить. В общем, вариантов много. Так, ты здесь, да? Да. Я пока рассказывал, собственно, мои планы на эти 20 тысяч дубликатов. Ну, в общем, ты на что потратила? У меня везение на высоте, и у меня всегда с премиум, если выпадало то ли четвертый, то ли пятый тире, то я бы купила премиум, потому что, да. А я говорю про дубликаты, которые 20 тысяч дубликатов, что купить? Дубликатов у тебя? Да, у меня 20 тысяч уже. Чем мне синенький. Ага. Ну, а таких фиолетовых у тебя сколько? Вот фиолетовых 20, синеньких 40. Тысяч? Да. Ну... Вот на что потратить фиолетовый? Я бы себе хотела купить перчатки. Ну вот у меня просто дилемма. У меня просто и так полно перчаток. Может анимации купить, может быть новый нож купить. Тут вариантов много. Керрич Революшн у тебя есть, да? Да, Керрич Революшн у меня есть. Да нет, эти 40 тысяч дубликатов нет смысла тратить, у меня еще 120 премиумов. Камон. Как бы, тут еще из них можно дофига всего выбить, 120 премиумов. Себе новую купить. Ну, вот я как раз таки закреплю там пост. 250 есть такая крутая анимация. Да, я знаю. Это которая на осмотр или на которая на перезарядку? Но они обе классные вообще. То и то. Вот, поэтому я и хочу закрепить пост в сообществе. Пусть мне посоветуют, как лучше потратить. Вот. Но я расстроен. Эти деньги купи себе покушать. Да я как бы не голодаю, мне есть что покушать. Да, такой богатый живет. Ну я же не последние деньги трачу в Хопс, как бы, да? Вот прикол в том, что я вообще никогда не донатила. И правильно делаешь. Вот я сейчас посмотрел, что мне падает из этих кейсов. Я бы тоже лучше вообще на них не донатил, вот честно. Ну не только на кейсы, я вообще в Хопс, вот ни в какие игры не донатила. Я до того, как создал канал, я тоже никогда в своей жизни ни во что не донатил. Потому что без доната развиваться интереснее. Вообще. Это да. Вот. Вот, а ты же видел, да, Веля такой сразу в Free Fire зашел, все задонатил, все купил.
Кто, Веля? Я дома, зато играть не умеет. Веля? Да. А, не, ну я не смотрел вообще. Я в Free Fire не играл. В Кубке то же самое. Ну да. Ну, типа... У него удача, как у собаки, боже. У него сразу ножи выпадают. У него два выпуска со скрытий кейсов. У него два раза нож выпадает. Ну, потому что ему подкручивают, как бы. Что-то не понимаешь, что ли? Нет, не подкручивают. Да подкручивают его. Ну, разработчики же не будут об этом говорить. Вот я жду, когда мне подкрутят. Вот подкрутите мне, пожалуйста, хоть раз. Я уже открыл очень много, мне можно подкрутить уже. Я вашу игру деньги трачу, разработчики, алло. Угу. Кстати, я помыл. А, вот, это то, чего ждали все. Это новость. То, чего ждала вся Россия. Да, вся Россия, весь мир вообще ждал. Да. Кстати, я тут заметила наш видеоролик с тобой, набрал больше, чем обычно. Ага, это который... А, по открытию? Да. Ну, это не рекордные просмотры, не рекордные. Ну, я знаю, рекордные у тебя где-то 2000. Я помню, у меня когда на канале канал очень развивался, я тогда вообще хайпанула. У меня было по 1000, по 2000, вообще было по... 5000 просмотров. Это вообще чем-то. Ну, у меня рекордный ролик 4500 почти набрал. Это который, где 5 ножей выбил из премиумов. Тоже так хочу. Ну, хочешь, премиумы тоже с тобой откроем. Их много. Ну, не премиум, я актив такой же хочу. А, ты актив хочешь, ну. Ну, вообще иногда подписываются из-за того, что 120 FPS. Это в большинстве случаев. Ну ничего. А 60 FPS развиваться хз. Ну ничего, с тобой еще ролики позаписываем, может тебя актив поднимем. Да, заходишь в хром, пишешь хаб и да. Ладно. Да. Ну что, в ММ сейчас пойдешь? Уже, да? Да, в ММ, кстати, пойдешь сейчас или нет? Сразу спрашиваю. Можно? Давай. Можно пойти в ММ сейчас. Я Соснову зайду только. Так. Слушай, а как вы переключаетесь через аккаунт? Я просто в этом не шарю. У меня такой дебильный способ, это лучше не видеть. Вообще я слышал, что типа надо выключить Wi-Fi, ты заходишь в Кобс, у тебя типа сбрасывается и предлагает выбрать. Ну это я читал в комментах, типа. У меня другой способ. Я выхожу из гейм-центра, потом у меня зависает, короче, загрузочный экран. Я захожу в Apple Store, набираю Critical Ops, там делаю открыть, повторяю эту операцию 4 раза, и у меня открывается. Это очень дебильный способ, но он у меня работает. Вот. Это очень дебильный способ. Ну, вроде говорят, что типа можно Wi-Fi включить. Нет, не офлайн. А чё, пускай люди знают, это профессиональный способ, как бы, у меня он работает, на своем примере. Всё. А ты через что голос записываешь, мне интересно, через телефон так, микрофон вот так запихиваешь и начинаешь? У меня телефон у меня дискорд с телефона, запись ведется с пада. У меня просто одновременно записывается и мой голос, и дискорд, и все. Как бы, слышно тебя достаточно хорошо и так. Ладно. Ну, можно через бота в Дискорде, но это долго, муторно, так проще. Я когда с Яриком записывала через бота, я просто скачала оттуда голос и просто вставила. Нам только надо было моменты вовремя резать. Ну, чтобы вообще голос куда-то не туда вставлялся. А, понятно. А вы, кстати, записали эти... Вы же вчера играли, наверное, да? ММ записывали? С Яриком? Да, или нет? Нет. А, мне казалось, да, я просто вижу, короче, что вы оба в сети, типа, в команде. Я думаю, ну все, наверное, ролик пишете совместно. Мы в этом были. В тандемке были. Там зашли, там какой-то челик написал: «Вика, ты че, с парнем поверился?» Такой, в смысле? Ты зашла в ММ и сказала, что у тебя парень тебя бросил. Так что? Да. Как бы да. А ты не в курсе. Что? Я говорю, а ты не в курсе. Все вокруг знают, а ты не в курсе, что тебя парень бросил.
Так, ладно, давай тогда закругляться, и я зайду на основу Амонска Тайм. Ну все, как бы, если хотите еще роликов с Никой, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал. На канал Ники тоже подписываемся, ссылку оставлю первой в описании. Даже раньше, чем мой дискорд-сервер оставлю. Как бы, да. Да я вообще, я сама доброта. Хочешь, в закрепленном комментарии на тебя ссылку оставлю? Хочешь? Да не, не надо. Не надо? Ну ладно, как хочешь. Ладно, всем удачи, всем пока. Ладно, надо.